минувшем году в Сочи произошло 163 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. 28 человек погибли и 142 были ранены. Сотрудники ДПС и госавтоинспекции проводили с водителями профилактические беседы, раздавали листовки. Автолюбителям напомнили, что необходимо снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу и в местах, где могут появиться люди. Будьте внимательны при проезде пешеходных переходов, везде продавать учреждений, школ, детских садов. Но если даже пешеход не прав, лучше уступите дорогу, у вас в то время много не займет, а он будет целее. Кстати, половина из более чем 160 аварий произошла по вине пешеходов. И во время акции несколько человек, рискуя, грубо нарушая правила дорожного движения, перебегали проезжую часть в неположенном месте. Причем машин на дороге было немало, да и до зебры было всего несколько метров. Некоторые бежали в потоке автомобилей даже с детьми. Вот это ваша девочка, вот смотри, как правильно, не так, как тебя... Дедушка учит. А как правильно переходить дорогу? Пешеходам полицейские также раздавали листовки и напоминали, что дорогу в целях собственной же безопасности нужно переходить только по пешеходному переходу. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.